взять автомобили, поездки в Москву на выставку России, туры выходного дня по Самарской области, туристические наборы. Все это может стать вашим уже меньше, чем через 2 недели, сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». 15, 16 и 17 марта в центрах общественного голосования пройдет викторина в рамках общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Для этого нужно будет ответить на несколько вопросов о Самарской области. Подготовиться к викторине можно на офлайн-площадках и онлайн-платформах рекотделения общества знания. Уже сейчас оно проводит лекции, квизы и интеллектуальные марафоны, посвященные истории и географии Самарского края. Администрация Кировского района сообщает, что в условиях роста сезонных заболеваний вакцинация от гриппа – наиболее эффективный способ профилактики. Это официальная позиция всех мировых экспертов в области здоровья. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Она специально моделируется таким образом и каждый год разная. Введение в организм вакцины от гриппа не может вызвать заражение гриппом. Вакцинация показана всем группам населения, начиная от 6-месячного возраста и до глубокой старости. Иммунитет от гриппа формируется в течение 2-4 недель и сохраняется в течение года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о региональном проекте, который помогает молодым семейным парам стать родителями. При регистрации брака в органах ЗАГС Самарской области молодоженам вручается сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. Цель обследования – оценить готовность будущих родителей к планированию беременности и своевременно выявить факторы риска бесплодия. Напомним, профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов здравоохранения и демографии, которые реализуются по решению президента России Владимира Путина.